Итак, дорогие друзья, по вашим просьбам, как и обещала, я снимаю видеоурок по тому, как нам сделать выкройку мужской футболки на большой 58 размер. Есть у меня здесь вот такие вот мерочки. Я не стала дожидаться ваших мерок, потому что дальше времени уже будет затянуто. Но у меня, у моей ученицы есть вот такой клиент, и мы строили на него выкройку. Не могу сказать, что она у нас получилась легко и просто. Строили мы пиджак, потому что Светлана шьет мужскую одежду абсолютно великолепно, с прекрасной технологической обработкой, да. Посадка по нашей выкройке получается хорошая, но одно дело пиджак со всеми приталиванными выточками, с бочками и так далее, с отведениями. И другое дело вот такая простая футболка. Казалось бы, что это сделать гораздо проще, но на самом деле в этом есть будут свои трудности. Почему? Потому что давайте проанализируем мерки нашего мужчины. 58 грудь, 51 талия, 57 бедра. Объем вверху больше, чем объем внизу. Это нормально для мужчины. Дальше, последним мерочкам обращаемся. 50-55. Это ДТС и ВПК, и 29-57 и 27. 57 – это ДТП. Значит, разница между ДТП и ДТС у нас 2 см. Баланс мужчин 2 см, фигура у мужчины перегибистая. Это может быть действительно перегибистая фигура, а может быть и выступ живота. А скорее всего и выступ лопаток, и сутулость присутствует у этого человека, потому что нормальный мужчина, он всегда немножко сутулый. И в то же время есть перегибистая фигура, то есть появился какой-то животик у нас, хоть и небольшой. То есть, конечно, фигура непростая. И, как правило, здесь нужен средний шов по полочке, средний шов по спинке, для того, чтобы оформить вот этот так называемый вопросительный знак. Когда мне нужно сделать выпуклость на животике, это спереди, и выпуклость на лопатках, это сзади. Ну а мы с вами постараемся сделать все-таки для футболки без этого. Если я не знаю, что будет у нас получаться. Если получаться не будет нормальная картинка, введем средний шов по спинке, средний шов по полочке, и вы, допустим, можете сделать ну, какую-то вот такую вот историю, кокеточки, и обыграть вот этот средний шов каким-то образом, да, чтобы в него и на спинке сделать средний шов. Пока ничего не буду говорить, начинаем работать. Итак, мерки перед нами. Техническое задание у нас сформировано. Прибавки я выбрала вот такие. Они не маленькие, но и не громоздкие, и небольшие. Для большого человека, я думаю, как раз будет средненько. В обтяжку это не получится. В обтяжку мы делать не станем. Так, итак, у меня листочек в клеточку. Возьмем листочек в клеточку, чтобы нам удобнее было поточнее все с вами делать. Так. И начинаем. В левом нижнем уголочке строим прямой угол с вершиной в точке N. Значит, сколько нам надо будет в длину? 27 и 57, 70, 84. Сейчас я прикину, где у меня будет 84, аж вот где. И рукавчик здесь не помещается. Ну что ж, не помещается, построим его отдельно. Хорошо, пусть у нас будет нормальная история вот так. Итак, в левом нижнем углу строим прямой угол с вершиной в точке N. Это середина переда. От точки N вправо откладываем ширину изделия. У нас верхний тип фигурки, и поэтому берем прибавку по груди 5 см. 58,5 получится 63. 63 сантиметра. Середина спинки. От точки N вверх откладываем длину изделия. Длина изделия у нас 27. Это линия талии. И вниз отложим бедра. Высокий человек, сантиметров 20 возьмем. Хотя у мужчины линия бедер, она, так сказать, тоже величина, в общем-то, плавающая. Если, конечно, это у нас не мужчина с женскими формами. Что бывает довольно редко. Так,
у нас получилась ширина сетки, линия талии. Ну, хотя бы вот эти точки подпишем. Т, Б и Н. Вверх откладываем ДТП. ДТП у нас 57. Точка А0. Для мужчины ширина горловины должна быть больше переда, чем ширина спинки. На спинке ширину горловины возьмем 8, здесь возьмем 9. И вниз тоже отложим 9 сантиметров. Точка А0, точка В. Это маленькая горловинка в обтяжку. 9 и 9. 9 и 9. А здесь точка А. Соединяем их. От точки А0 вниз откладываем высоту груди. У нас высота груди 29. Точка Г или Г0. Не очень важно. Линия груди. От точки Г0 вправо откладываем расстояние между центрами груди. Ага, записала я здесь 18, это я у Светочки переписала. А на самом деле это неправильно. Тут, конечно, не 18, а записать нужно было здесь 9. Но это маловато для мужчины. Ну что ж, пусть будет 9. 9 – это женская величина. О, что-то мне Света здесь набедокурила. Сейчас я еще разочек проверю, Светлана. Двенадцать с половиной. Вот что она хотела написать. Накорякала. Прошу прощения. Здесь у нас величина 12,5. Но мы возьмем 12, не будем возиться с мерочками. Вот такая будет у нас история. Видите, как важно знать приблизительное хотя бы значение наших мерочек. Потому что все время контроль должен быть. Так, 12. Вот у нас точка С. Затем от точки А0 вправо дуга радиусом равным ширине плеча. В нашем случае это 17 сантиметров. И высота плеча косая, так, вот 17 сантиметров я провела, и высота плеча косая у меня 27 сантиметров, и вот здесь у меня получился крестик. Значит, плечико мое будет выглядеть вот так. Впереди. Давайте построим спинку. На спинке у нас ДТС 55. Вниз возьмем 3 сантиметра. Первая точка С0, вторая С1. И влево возьмем 8 сантиметров. Это ширина горловины спинки, точка С. Так, вот, пардон, вот здесь. Так. Здесь у нас 8 сантиметров, вот она, точка С. От точки С влево мы откладываем ширину плеча, плюс посадка. Когда у нас 17 сантиметров, фигура сутулая, значит, я могу брать сантиметра 2 на посадку. Я все равно это смогу сутюжить. Я взяла радиус 19 сантиметров. Так, дугу нарисовала. Теперь от точки Т2
В этом направлении мерочка высота плеча косая 55. И вот видите, как низко у меня получилась точка P2. А вы, конечно, знаете, что для того, чтобы построить правильную выкройку, нам нужно прежде всего с вами нарисовать правильную пройму. Так как это у нас мужчина, ну и не только поэтому, вы знаете, что когда мы строили базовую конструкцию без нагрудной выточки, мы с вами выполняли перевод плечевого шва со спинки на полочку на 1 сантиметр. Что я благополучно здесь и сделаю? Значит, поднимаю на 1 сантиметр плечика спинки, выполняем перевод плечевого шва. Теперь точка P2 у нас вот она, P2. И на 1 сантиметр опускаю плечика, соответственно, полочки. Для футболки это нормально. И точка P1 у меня вот она, P1. Затем по линии груди откладываем ширину горловины, ширину груди 2, у нас 23 сантиметра. Я бы сделала 23,5, чтобы у меня хоть какая-то прибавочка пошла. И на спинке у меня 24 сантиметра. Ну, я бы сделала 24,5. Чтобы какую-то прибавочку, хотя в трикотаже и в футболке, возможно, это и несущественно. Потому что у нас трикотаж, и он все равно растянется. И никакие прибавки здесь, собственно говоря, не очень-то и нужны. Получилась ширина проймы. В нашем случае это 15 сантиметров. Делим пополам 7,5. И из этой точки опускаем перпендикуляр вниз. Это боковой шов. Плохо видно все-таки, как-то отсвечивает этот карандашик. Но я надеюсь, вы хотя бы на слух будете все это понимать. Тем более это все основывается на нашем способе, на нашем методе кроя. Поэтому я думаю, что должно получиться нормально. Так, теперь наша задача построить нижнюю часть проймы. Ширина проймы нам стала известна. Для того, чтобы руки у нас двигались, мы будем поднимать нашу проймочку на 1,5-2 сантиметра наверх. Ну, я вот здесь позволю себе 1,5 сантиметра. Сделаю вот так. Это мой выбор. Пожалуйста, вы тоже можете поступать аналогичным образом. Итак, точка P1 здесь, точка P2 здесь. Они у меня оказались практически на одном уровне. Ну и пусть они будут у меня на этом уровне. Я могу, конечно, еще немножко поиграться и еще подвинуть. А давайте улучшим свою ситуацию. Вот посмотрите, можно было бы сейчас уже взять и оформить эту пройму. Ну, давайте мы ее и попробуем все-таки оформить, как она у нас будет выглядеть. Передняя половиночка будет выглядеть вот так. И задняя половинка проймы у нас будет выглядеть вот так. Смотрите, в общем-то, довольно симпатично у нас все получилось. Но я хочу, а давайте я промерю. Я промерю сейчас длину передней половинки проймы, тем более, что для рубашечного рукава она мне будет необходима. Мы же будем строить с вами рубашечный рукав. 25. Вот здесь у меня получилось 25. А сколько на спинке? 24,5. Вот смотрите, у меня какое-то пограничное значение.
Так что бы я сейчас сделала? Я бы не оставила это вот так, как есть. Я бы взяла и переднюю половиночку опустила на 1 сантиметр. Посмотрите, всего на 1 сантиметр опустила. А заднюю половиночку, заднее плечо приподняла бы на этот 1 сантиметр. И мне уже сейчас эта картинка очень нравится. Вот. И вот в таком виде я бы свою пройму оставила для дальнейшей работы. Значит, что у нас осталось? Я спустилась на 1 сантиметр. Значит, здесь осталось у меня 24 длина проймочки. А там я приподнялась на 1 сантиметр. Значит, у меня стало 25 с половинкой. 25 с половинкой. На 1,5 сантиметра идет вот такая вот у меня разница. Ну и хорошо, пусть она так и остается. И я думаю, что вот в таком виде, да, прибавка по груди у нас с вами, давайте мы ее проверим, 63 сантиметра – это 5. Прибавка по бедрам у меня должна быть 4 сантиметра, а у меня, конечно, она будет побольше немножко. У меня сейчас 63, а мне надо всего 57 плюс 4 получится 61. То есть по 1 сантиметру я должна забрать вот так и вот так. И поэтому моя футболка будет выглядеть следующим образом. Боковой шов полочки идет с некоторым заужением и выглядит вот так. Боковой шов спинки идет тоже с некоторым заужением, чтобы выйти на наши прибавки. Никакого чуда нет. Что бы вы ни строили, это обязательно красивая пройма. Так, чтобы точка P1 была пониже точки P2. Хотя бы на 1,5 сантиметра. Вот и все. Мы с вами построили вот такую полочку. И спинку. Теперь давайте построим рукав. Давайте еще талию нарисуем. Вот, давайте еще построим рукав. Для того, чтобы построить рукав, рукав, конечно, будет у нас рубашечный. Нам нужно знать длину передней половинки проймы, длину задней половинки проймы. И, конечно же, вертикальный диаметр проймы. Для этого соединяем конечные точки плечевых швов. Находим серединку и эту серединку соединяем с боковым швом, с нижним уровнем проймы. Вот наш отрезочек. Его величина 20 сантиметров, 20 с половиной. 20 с половиной сантиметров. Ну, давайте напишем 20 с половиной сантиметров. Это у нас ВДП. ВДП 20 с половиной сантиметров. И значит, переходим к построению рукавчика. Давайте вот так листочек положим. Рисуем низ рукава. Выбираем произвольно серединку. Длина рукава у нас 28. Это точка О. И от точки О вниз мы должны отложить высоту оката рукава. Так как мы работаем с вами с рубашечным рукавом, то мы должны четко знать следующее правило, что высота оката рукава рубашечного меньше или равна 2/3 ВДП рубашечного рукава. В нашем случае ВДП рубашечного рукава равно 20 с половинкой.
Значит, в нашем случае 2 трети нужно умножить на 20 с половинкой. Получится, я округлю до 21. Тогда 21 разделить на 3 будет 7 и умножить на 2 будет 14. Значит, ВДП рубашечного рукава у меня должно быть меньше или равно 14. И вы знаете, что если я хочу получить рукавчик отвесный, значит, я возьму 14 сантиметров в работу. Если я хочу получить рукавчик более широкий и свободный, я возьму меньше, чем 14. Ну, давайте в нашем случае возьмем 12 и посмотрим, какая ширина у нас получится. Вот я взяла здесь 12 сантиметров от точки О, отложила. Получила точку О1. Проводим горизонтальную линию. На ней циркулем влево откладываем 24 сантиметра, длина передней половинки проймы. Получаем точку. И вправо 25,5 сантиметров. 25,5 сантиметров. Получаем точку Б. Ну а теперь давайте измерим расстояние между ними. Что у нас получилось? У меня получилось 43 сантиметра, а у него рука 41 сантиметр. И я хотела прибавку 5. Значит, 41 плюс 5 я хотела 46. А у меня получилось всего 43. Значит, смотрите, если это у нас трикотаж, и если это у нас футболка, и у меня получилась прибавка 2 сантиметра, то, в общем-то, это будет плотный рукавчик. Если вас это устраивает, вы спокойно можете оставлять рукав в таком виде, ведь все зависит от того, что хочет ваш мужчина. Если не устраивает, берите высоту оката рукава еще меньше, я взяла 12, возьмите 10, у вас рукавчик получится пошире. Ну, давайте и мы с вами поиграем так, чтобы у нас все-таки мы вышли на нужные нам прибавки. Для этого я буду действовать от противного. Я сейчас возьму вот эти дуги и проведу их немножечко повыше. Так, посмотрим, что у нас получится. Вот смотрите. Я хочу, чтобы рукавчик у меня был 41 плюс 5, 46 сантиметров. Вот смотрите, где у меня 46 сантиметров. Вот где у меня 46 сантиметров получилось. Значит, высота оката рукава у меня оказалась всего лишь 9 сантиметров. Ну и пусть так и будет. Здесь 9, здесь точка А, здесь точка В. И мы начинаем строить наш рукавчик. Вниз я его немножечко заужу. Насколько? По вашему желанию. Я взяла вот так. 20 с половинкой. 20 с половинкой. Понемножечку, не знаю насколько, просто чтобы вот это направление заужения было каким-то правдоподобным. Я вот так взяла. И строю рукавчик, как обычно. Эту часть делим пополам. Эту часть делим на три части. Здесь перпендикуляр возьмем на спинке уже не 1,5 сантиметра, а 1,2 сантиметра. Здесь 1,2 сантиметра, а здесь не 2 сантиметра, а 1,6. То есть я уже все, так сказать, успокаиваю. Так как головка рукавчика всего 10 сантиметров, высота 9 даже сантиметров, то мне и в этом случае не надо делать что-то очень такое вот крутое. То есть вы знаете, что эти перпендикулярчики в рубашечном рукавчике
мы всегда понемножечку убавлять начинаем. Чем меньше, тем ну и вот и все. И мы с вами все построили. Вот что у нас получилось. А1, В1. Рукав рубашечный. Точка О1, точка О. Высота головки 9 сантиметров и ширина рукавчика 46, а В 46 сантиметров. Ну и длина 28, это точка Н. Вот, собственно говоря, и все, что мне хотелось вам сегодня рассказать. Так что будем считать, что на первый вопрос я ответила.